Береги себя, капрал Сент-Джон. Солнце зашло не только на небе, но и в жизни великого человека. Капитан Артуро Хименес, наш док, скончался. Его отняли у нас накануне нашей победы. Капитана Хименеса убили. Злодейски лишили его жизни. Его кровью и поныне пропитана палатка, где он трудился день ото дня, поднимая на ноги больных и раненых. Трагедия не в том, что хороший человек погиб зря, хотя это вызывает у меня неподдельную скорбь. Трагедия в том, что он был незаменим. Он был единственным врачом среди нас, а может... и во всем мире. Теперь я осознал, какую огромную ошибку мы совершили. Мы наполнили наш ковчег книгами, семенами, дисками, медицинскими журналами и энциклопедиями. Этого у нас в избытке. Но кто теперь, по окончании войны, научит нас ими пользоваться? Журналы можно заменить. Книги и энциклопедии можно заменить. Доктора Хименеса, нашего единственного врача, заменить некем. Я пойду оплакивать его. Полагаю, как и вы. Все свободны.